Весенняя распродажа брендов – это возможность пополнить свой гардероб новыми комплектами по приемлемой цене. Цельный образ из нескольких вещей в период поступления новой коллекции порой может быть не по карману. А чтобы в дни распродажи избежать лишних покупок, можно воспользоваться принципами формирования рационального гардероба. О них нам напоминает стилист-имиджмейкер Марина Синдюкова. Очень часто женщины в период распродаж страдают манией шопоголизма, скупают все подряд, а потом не знают, что с чем носить. И получается, вещей много, а носить нечего. Я бы рекомендовала при покупке вещей на распродаже все-таки думать о том, какие комплекты из этого получится. Потому что современная мода, современная жизнь диктует, чтобы образ был гармоничный. Чтобы все совсем сочеталось. Даже очень эклектичные образы, даже образы, где сочетаются два, казалось бы, несочетаемых стиля, они должны быть продуманы и выверены. Стилисты советуют составлять комплекты в рамках одного или двух родственных брендов. Так соответствовать друг другу по качеству будут и ткани, и линии, и крой. В нашем случае это одежда «Карактер» с традиционным размерным рядом, а также «Елена Миро» марка с расширенной линейкой, позволяющая быть элегантной женщине в любом размере. Также в период распродаж стоит обратить внимание на универсальные базовые вещи. Хорошее пальто стоит хороших денег. И сейл – это прекрасная возможность приобрести себе такое пальто, одно базового цвета и одно какое-то яркое для вечернего выхода. Сейчас это обязательное условие гармоничного гардероба модного. Не стоит бояться таких покупок. Я считаю, лучше вложиться в дорогое качественное пальто, так как сейчас важно, чтобы верхней одежды в гардеробе было несколько на каждый сезон, приобрести его по приятной цене. Сегодня на наших героинях были представлены образы марки «Елена Миро» и «Карактер». Это две марки класса «Прет-а-Порте». Я бы рекомендовала в этот период выбирать вещи, которые беспроигрышными будут для вас. Например, ваши лучшие оттенки или ваши выигрышные фактуры, которые вас украшают. Силуэтные решения, которые наиболее правильно обрамляют вашу фигуру. И тогда неважно, это вещь из новой коллекции или это вещь из распродажного периода. Причем я бы обратила внимание, то, что распродажи не всегда бывают сезонные, бывают межсезонные, бывают какие-то акции. Стоит следить сейчас за такой уникальной возможностью, чтобы вовремя оказаться в нужном месте и получить вещь своей мечты. Максимальное количество комплектов при минимальных вложениях – это главное правило рационального гардероба. Ну а чтобы в нем находилось место премиальным брендам, стоит отслеживать акции и распродажи. Тогда это будут не пустые траты, а разумная инвестиция.